Сергей, всем привет. Эй, крошечки. Всем привет, мои хорошие, сладкие, любимые, дорогие, привет. Привет. Мы так давно, вернее, я так давно не выходила в прямой эфир, я решила исправить это недоразумение. Вот, и пока детишки занялись своим любимым делом. Эй, смешно. Это книжечка, это птички, Всем привет. Привет. А, прям так вам соскучилась очень-очень-очень-очень. Давайте пообщаемся. Ой, ты маму продержишь или что? У тебя на пальчике книжка застряла. Оп. Оп. Сколько у тебя книжек? Собери пирамидку, пожалуйста. Собери маме пирамидку. Я хорошо, дела у нас хорошо. Все соберет Алина. Чемпион. Валяемся, играемся. Я приехала домой еще минут 40 назад и до сих пор даже не могу переодеться, от девочек не могу отлипнуть. Расцеловала всех. И привет из Севастополя, скоро приеду, всем привет. Собрала пирамидку, спасибо большое, Алиночка, спасибочки тебе огромное. Так, что я говорила-то? А вот, и решила выйти в прямой эфир, думаю. Пока пойду переодеваться, там надо приготовить что-нибудь. Я так и не выйду, да? Надо выйти в прямой эфир. Алиночка, помаши всем ручкой, Алин. Привет, привет. Алина. Привет, привет, скажи. Миланочка, помаши всем ручкой. Привет, привет. Привет. Милан, помаши ручкой, это очень важно. Подписчикам надо. Не пока-пока, привет, привет. Привет. Привет, помаши, это важно. Это наша семья, Милатусь. Татуировку показать? Вот она. Не видно. Не видно, она сверху в пленке. У меня рука закутана в пленку. Слушайте, ну по поводу татуировки еще раз говорю. Не получается, чтобы не получилось так, что я вроде так ну, все показала, что я делаю, прям поделилась. Машенька, привет, красавица, спасибо. Вот. Это действительно очень важный шаг. У меня есть татуировка, которую я прям жалею вообще с самого детства, я жалею. Вот. Браслеты у меня на одной руке Пандора. Давайте я вам все покажу. Сейчас. Вот, у меня вот здесь получается Пандора. И это вот татуировка, она у нас заклеенная. Вот. А вот здесь вот браслет, как его перевернуть-то? Вот с девчулями. Не видно, короче, с девочками. А волосы перекрасила, все в порядке с волосами. Даже, ну, я красила тонировочным шампунем, чтобы припугнуть Штепса. Вот, ну какие мы молодцы вообще. Да, Машка, ты знаешь, какие мы молодцы, ребят, вы такие классные, я вас так люблю. Мы просто уделали его. Времени у нас сейчас без 26. Мы сейчас планируем чуть-чуть посидеть, покушать и пойти гулять. Алиночка заняла маминого медведя. Да. Привет, привет. Смешная такая. Алин. Алина, удобно тебе? Алин. Как ты удивляешься, Алин? Дети, это просто копия. Да, так Алина удивляется. Ой, да что ты? А Милана у нас собирает книжку. Милан, покажи воображуля. Воображуля. И еще одна воображуля. Две воображуля. Милан, улыбка. Улыбка. Алиночка, улыбка. Не, мне покажи улыбочку. Подари маме улыбочку. Без зубы. Не надо так языком делать. Улыбочку. Да, языком, как мама делает. Нет, мама не так делает. Вот так. Можешь так? А? Не можешь? Ну ладно, зато мама так может. А да, ты так, ты по-другому можешь. Так, сейчас, секундочку. Алиночка, привет, передаю привет. Привет из Дагестана, Дагестану привет. Как нам всем в кадр влезть? Тут же еще дети. Вот так вот, давайте мы все. Да, Алина, дети – это копия родителей. Я вот правда говорю, насколько... Вот прям все поведение, все, вот как я себя веду, как ребенок. Да, и дети, они так же, как я, как обезьянки. Потому что я любитель подурачиться, поприкалываться. То есть я еще в душе ребенок. И когда я говорила там сохранюсь. Нет. Что случилось? Делимся. Давай.
Давай посмотрю. Давай положить, я помогу тебе положить. Или сама она, положи сама. Вот. Я вот, знаете, что... Что, ты можешь объяснить, а не плакать, пожалуйста? У нас у Милоты очень сложный характер, я пытаюсь как-то это сам... Да, да, я все, я снова блондинка, ребят, мне не пошло темненько, вообще не пошло. ВКонтакте сижу, а Елена Сажина, я ВКонтакте. Ну, или не знаю, или... Давайте, кстати, вот, в прямом эфире, давайте придумаем, какое желание загадать Штепсу. Во-первых, мне очень... Так, я во внимании. Какой вопрос, что случилось? Кто плачет? Ты некрасиво себя ведешь. Ты хочешь, чтобы я тебе сложила книжечки? Давайте сложу книжечки. Давай, мама поможет. Сложу книжечку раз. Да, сложу книжечку два. Если не получается, нельзя плакать. Нужно говорить маме. Вот, вот такое железное терпение я имею в виду. Волосы я раньше наращивала мастером, по наращиванию волос была. Вот, а себе нет, это мои волосы. Но 2 года я носила нарощенные. Сейчас ухаживаю за ними, восстанавливаю. А как жить с Никитой и Женей? Хотите, поживите. Но мы живем все в разных комнатах. Мы живем как... Ну, кто-нибудь смотрел сериал «Друзья»? Вот, наверное, именно так. Мы просто друзья. Сделать маникюр. Но это, в принципе, не постоянно в подгузниках детки. Нет, снимаем. Причем сегодня только одели. Буквально час назад. Заглушки у нас на розетках стоят. Сейчас медведя как-то поудобнее положим. Вот. Мы практически, мне кажется, буквально, во-первых, мы отсосок детей отучили. Все, мы уже сколько? 5 дней назад. Вот. А во-вторых, мы от подгузников, мне кажется, уже через 2 дня точно откажемся. Неплохо видно так. Вот такая. Тели Куэли означает такая, какая я есть. Я такая, какая есть. Вот. Никита мой друг из Севастополя. Тополя. Мы вместе с самого маленького возраста. Девочки играют, видите, занимаются своим делом. Нервов, слушайте, так, сейчас по порядку. Так, давайте все по порядку. Нервов хватает, иногда тяжело бывает, ну прям действительно, особенно когда ребенку одно и то же, то надо спокойно объяснять одно и то же. Это бывает тяжело, особенно если у тебя много детей, а муж тоже как ребенок. Вот, но думайте о хорошем и все. А дальше, тоже лежите на медведе, мягко, да, энергию от детей, вы только посмотрите, какие они классные. Алин, улыбка, срочно, улыбка, 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 срочно. Ай, какая улыбка. Чикать, Надя? Дай мама в глазик поцеловать, дай глазик поцелуй, в глазик. Нет, это мой глазик, дай я тебе поцелую глазик, это мой глазик, можно я тебе поцелую? В общем, с детьми ты всегда себе поднимешь настроение, как тебе грустно не было, видишь? Мам! Мама, что? Мама, а дай тебя поцелуй. Я тебя тоже поцелую. Поцелуй маму. Мама, поцелуй. Мама, поцелуй, пожалуйста. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Ку-ку! Мила. Только игрушки мы не деремся за игрушки, игрушки все делим. Так, как отучили от сосок, был вопрос. Смотрите, в один момент вечером укладывали спать. Ой. Вечером укладывали спать, и, как обычно, просто не говорили, вместо того, чтобы дать соску, читали книжки, вокруг бегали, скакали, прыгали. То есть у нас они спали, для этого соску вставляешь, мы ложимся спать, а тут просто отвлекали. И они уснули без соски. Ночью, если там проснуться, мало ли что, просто засыпали сами. И на следующий день с утра, начиная, просто отвлекали. Они просят сосю сосу, вот, а просто отвлекаешь, книжечки читаешь, пирамидки собираешь, в игры играешь, что угодно, они прям... вообще отличать, наверное. Нет, они очень разные. Очень-очень разные. Милан, спортом занимаюсь. Ну как, я, по-моему, каждый день практически делаю дома тренировки, чтобы поддерживать пресс. Что? Помочь? Тебе помочь собрать? Вот, а в зал хожу раз в неделю. Катюшенька, сладенькая моя, уже скучаю по тебе, дорогая. Еще раз тебя с днем рождения прошедшим. У Катеньки Левинской день рождения был, ты моя подружка. Так, про топики, в которые ходите дома. Какие именно топики? А, тапки. Тапки у нас много, кто спрашивал, максимально кому-то отвечала. Тапочки удобные, у них резиновая подошва. Вот, и в них можно и дома, и на улице ходить, и мы в них даже купаемся. Атипас называется фирма. Типас, да. Давайте, Миланочка, почему ты плачешь?
Хочешь, я тебе помогу? Давай, я сложу. Давай, я сложу. Плакать не надо. Если ты что-то хочешь, ты говоришь «мама». Вот, я плохо показываю. Вот, самое главное, мне кажется, с детьми это реально колоссальное терпение. И нужно всегда... Милана, вот смотрите, что. Отобрала у себя... Это что такое? Если ты все разворошила, то сейчас вот садись и собирай, пожалуйста. Собери, пожалуйста. Вот умничка. Складывай. А, эту футболку в Заре. Да? Я же не обманываю, нет. Я не помню. А что там написано? Что там написано? А, в Ресёвде. В Ресёвде. А джинсы в Заре. Футболка в Ресёвде. Грузия, привет. Пашка приболел, у него спинка была. Так, не ссоримся. Смотри, у Алины есть книжка. У Алины есть книжка. Это Алина. Вот Милана книжка. Не ссоримся. Милан, вот на тебе книжку. Зачем ты это брала? Вот видите, вообще она боевая. Алиночка, вот у тебя книжка с цветочками. О, какие крутые цветочки. А, да тут просто написала, вот, написала, как будто сама. Телли Куэлли. У меня просто вот есть на ноге, покажу. Вот, есть на ножке. Написано «Перес Пера Адастра». Вот, а вот здесь вот «Телли Куэлли». «Телли Куэлли» — я такая, какая я есть. А здесь «Перес Пера Адастра» — «Через тернии к звездам». Вот, а вот так, кстати, наша детская. Вот наша детская, здесь вещички висят, там больше для красоты. А, комодик, вот наши кроватки, все в цветочках. А, обои в цветочках, все в цветочках. Дети в цветочках. Маша писала, Никита едет домой, делал тоже татуировку. Характеры каждой из девочек, смотрите, Алина, латынь, по-моему, из татуировки. Алина очень спокойная, усидчивый ребенок. Ей достаточно... Что это? Как собачка делает? Аф-аф, молодец. Ей достаточно... Аф-аф! Это что, аф-аф? Ко мне, аф-аф. Это она собачку зовет. Так, собачку. Аф-аф! Аф-аф! Надо Мартин кричать. Мартин! Аф-аф. Аф-аф. Вызови Мартин. Мартин, ко мне! Да, у нас весело очень. Собака, хаски. Мартин, ко мне! Вот он! Мартин пришел! Да, Мартин к нам ко всем пришел. Нам скучно не бывает. Да. Девочки на днях наступили ему на хвост очень сильно. И он немножко еще злится. Мартин поцелуйку делает Милатусе. Только не надо собачку целовать. Да, воздушный поцелуй можно. Мартин до сих пор злится на ней. Нет, девочки, не идите за собачкой. Идите к маме. Мы с вами не доиграли. Так, какой вопрос? Сейчас давайте вопросы, не стесняйтесь. Я просто теряюсь из-за того, что реально очень весело. Милан, возьми сестричку за ручку, приведи сюда. Где Алина? Как ты кричишь? Алина? Что-то попало. Шерсть матом, походу. Вот, тык-тык-тык-тык-тык. Забегали по всей квартире. Год и 8 нам. Никита просто друг. Вот. Почему все спрашивают? Никто не спрашивает, такой Женя, а все спрашивают, что такое Никита. Катюша, мой, я тебя целую. Девочки, вообще, господи, дети, это такое счастье, вот, просто Никита тот же самый, он говорит, что он не хочет детей, вот, он, ну, у него такая позиция по жизни, он не хочет иметь детей, ну, как можно не хотеть иметь вот такие вот создания прекрасные? Милатусь, смотри, принеси, вот, Алина пришла, приведи сюда Алину, давайте собирать обратно книжечку. Собачка отвлекла, все, они за собачкой. А характер девочек тоже, спасибо большое. Ты зачем отобрала игрушку? Верни обратно сестре. Вот ты умничка. Иди собирать игрушечки. Помоги маме. А ну-ка. Аф-аф занят, аф-аф спит. Поцелуй воздушный. Пошли, пожалуйста, маме. Пошли подписчикам нашим воздушный поцелуй. Как ты делаешь? О, какая ты умничка. А где Алина? Найна, приведи. Возьми Найну за ручку и приведи сюда. За ручку приведи и поведи маму целовать. Весело. Убежали, все. Что, во-первых, да, характер у Миланы очень тяжелый характер. Мы ее прям переучиваем. Просто мне кажется, если не заниматься воспитанием с самого детства, то я не представляю, что бы было, потому что она все детство хотела сидеть на ручках. Прям вообще не слеза. Естественно, это плохо, что для мамы, что для ребенка. Потому что впоследствии, если ребенок привыкнет, а потом нужно будет его отучать от этого, вот, то и ребенку будет психологически тяжело, и маме. Вот, дальше. У Алинки спокойный характер. Алинка может залипать.
Милан, заходи сюда, закрывай дверку. Так, лайк-таймы я организовываю. Конкурс, мой собственный конкурс заканчивается 13 числа, и 14 будет выбор победителей. Там будут все подарочки, и периодически проводятся лайк-таймы, тоже на денежку, это вечером. По вечерам делаем. Сегодня заблокировали конкурсный аккаунт. Алиночка, а что ты кушаешь? Что ты ешь, Алин? Печеньку? А что ты кушаешь? А что ты правда ешь? Я тоже хочу. Довольная? Довольная? Вот. Живот после родов. Слушайте, ну, я скажу, что, естественно, идеальным он не будет, но как бы я вот подкачалась, видите, видно, чуть-чуть пресс, но ниже пупка, естественно, Инстаграм все красиво можете спрятать, ниже пупка есть небольшие растяжечки, вот, я это не скрываю, вот, что еще вам рассказать, про характер рассказали, девочки, как отучили от соцсек рассказали, давайте, Алиночка, иди к нам, Алин, про воспитание, к примеру, детей, я двойня, да, мне кажется, мы самая шебутная семья в Инстаграме. Я, двое детей, хаски, Никита, женёк, Оля. А татарский не знаю. Китайский знаю немножко. Я училась, работала в китайском ресторане Танжен в Санкт-Петербурге. Вот, и так периодически немножко подучивала китайский. Вот, самое главное вообще воспитание. Вторая собачка, я писала. Вторая собачка не сдружилась с Мартином, и вторая собачка теперь живет у Оли. Вы как-нибудь ее увидите. Мама! Иди целоваться будем, Алиночка. Я соскучилась. Давай поцелуемся. Давайте, можно я тебе поцелую ушко? Можно? Ой, мышка, можно? Можно мышку поцеловать? Можно? Пожалуйста. 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 Заходите, закрывайте дверку. Вот это да! Алиночка так полюбила их. Вот это да! А это Оля. Оля, друг семьи, по совместительству помогает нам с деткой познакомиться. Оля, это прямой эфир Инстаграма. Не стесняйся. Кто, персики будем кушать? Оля, мне персика. Есть персик для меня? Вот, на самом деле, это тоже такой вопрос, очень такой. Как сказать, мне все говорили, Лена, нужна няня, потому что потихоньку с детьми все равно с двумя одновременно, двойняшками действительно тяжеловато. Вот. Особенно, когда ты ведешь разносторонний образ жизни, то есть я занимаюсь Инстаграмом, и дополнительно там, и мужу помогаю, то есть очень много чего. Плюс, как бы, сколько книгу я писала, подгузники эти, это тоже столько сил, вложений, времени. Вот. Оленька моя дорогая, привет! Ой, персик маме принесла, спасибо. Спасибо. Вкусный персик? Нектарин, подсказывает Оля. Привет, отвечаю. Привет, Пашка лежит, у него спинка болит, он лежит. Оля прячется. Вот. Девочки очень разные. Комнат в квартире у нас 3 комнаты, 2 ванны, гардеробная. Есть на Ютубе. Ты наелась, все? Ты мамин хочешь съесть? О, смотрите, просто. Ты жадина, что ли? У тебя же свой персик есть. Ну, мамин вкуснее. Алин, вкусно тебе? Вкусно? Вот, часто еще говорят, что девочки пришла, кинула, поменяла. Милан, так не делает. Каждый ест свою еду. Кушай свой персик, и все. У меня такой же, как у тебя. Не морщись. Вкусно? Чаще тоже спрашивают вот про свободное время, почему девочки такие спокойные. А по поводу тоже того же спокойствия, если у тебя в душе все спокойно, да, то есть дети чувствуют все эмоции, так же будет и у ребенка. Вот, помимо этого, всегда, если ребенок плачет, значит, что-то не так, да, либо он хочет есть, либо он сходил в туалет, либо он хочет в туалет, вот, либо просто ему нечем заняться. Чаще всего нечем заняться, и родители просто сходят с ума, потому что детям нечем заняться. Вот, и тут несколько вариантов, да, очень многие родители отвлекают различными гаджетами или мультиками, очень многие родители просто дают ребенку еду, потому что когда ребенок кушает, естественно, он кушает, он молчит, но самое главное просто подбирать игры, ведь нахождение, проведение времени с детьми, это вообще самое классное, это же так круто, как... Слушайте, что мама говорит? Это же круто не только для детей, но и для родителей. Вкусный персик? Они очень разные, посмотрите. Видите,
У одной больше волос, у другой меньше. Привет. Еще детишек пока что нет. Надо хотя бы... Ну, как бы уже есть мысль того, что хочется. Ну, через годик. Надо пока этих вырастить. Вы смотрите, два карапуза. Они в разные стороны разбегаются, я с ума схожу с ними. А дождь пошел? А, дождь пошел. Ну вот, я собралась в парк ехать. Дождь пошел, класс. А я покажу наш вид из окна. Девочки. Кушают персики сладкие. Господи, дети, цветы жизни просто. Вид из окна. Хотите, покажу? Смотрите. Вот наш вид из окна. У нас вид на МКАД. Вон какое небо красивое вообще. Почему не отвечаешь про конкурс? Все обман? А какой именно вопрос про конкурс? Про все конкурсы, которые провожу я, самые честные. Потому что, во-первых, я все сама делаю. Выбираю подарки. Я даже с вами советовала. Покупаю, отправляю. Лично я прямо снимаю вам все по максимуму. В этот раз я вообще прямой эфир хочу провести тоже, что прям вот мы встретились все вместе, все показать, рассказать. Потому что нет смысла вас обманывать. Зачем? Я рассказывала вообще, в принципе, всю систему Инстаграма. И вообще ни капельки это не скрываю. То есть многие блогеры хотят раскрутиться. Для этого им нужны подписчики, да? Вот, а почему хотела переехать в Москву, запомните вопрос, сейчас отвечу. Хотят подписчиков, что они делают? Они платят денежку, скидываются, допустим, там по 40 тысяч рублей. Вот, скидывается, набирается сумма, эта сумма тратится на подарки. Вот, и получается, что я вам дарю подарки, а вы взамен, то есть я же со своих денег, я столько не могу выделить на подарки. Они предоставляют подарки для моих подписчиков. Вот, я вам дарю подарки, и реально, действительно, конкурс, конечно, это очень тяжело, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вот, это надо понимать, мне очень всегда не хочется расстраиваться. Вот, когда вы мне пишете, говорите, ой, я не выиграл, но круто, поздравляю тех, кто выиграл, это вообще самое офигенное. Вот, и получается, я раздарю вам подарки, вот, а вы просто взамен на ту сумму, получается, на то, что... На-на-на-на-на, еще один персик, у тебя же второй же за спиной. Вот, в общем, они дают денежки на подарки, мы раздарим подарки, а вы, грубо говоря, на них подписываетесь. Но все равно же вам потом захотели, отписались, да, повезло, не повезло. Мне вот несколько раз везло, и это очень здорово. В общем, выбираю перед тем предоставлением, когда вот мне говорят, Лена, хотите вот вашим... Лена, твой же вкуснее. В общем, думая над тем, дарить вам подарки или не дарить, я думаю, что лучше подарить, но все равно же кому-то повезет, а там 50-100 человек, разное количество подарков. И, блин, вы такие счастливые, это вообще того стоит. Привет. Нет, не парик, это были мои реальные волосы, я перекрасилась. Вот, но это была такая тонировка, вот, я просто смыла тонировку и перетонировалась. Ну, как сказать, на светлые волосы, не жесткой краской красилась, а просто такой тонировкой, но мне не пошло, и мне пришлось перекраситься, вот. Но мне блондинка лучше, правда, да? Или нет? Просто я пришла домой, и муж сказал, в смысле, Лена? В общем, я чуть не выгнала из дома, и мне пришлось перекраситься, вот. Ни разу не выиграла. Но представляете, сколько человек участвует, да? Какие шансы? Почему переехала в Москву? Я давно хотела Москву. Я здесь лечила зубы у ортодонта. Спасибо большое, котенок. У ортодонта Андрюхи Апарина. Вот, блондинка лучше. И очень хотелось. Мне так понравилась Москва. Это город вообще возможностей. Прям он такой большой. То есть кому-то прям нравится, кому-то нет. И мне понравилось. И в один момент мне предложили съемку. Вот, я Паше говорю, слушай, поеду на съемку, вот, начала сниматься, ну, еще даже не начала, через два дня я говорю, привози детей, все, хочу с вами быть в Москве. И как-то так само получилось, что я не знаю, сколько длится эфир, я не засекала, время так летит с вами незаметно, вот, Паша приехал с детьми, и мы переехали. Муж дома в другой комнате лежит, у него очень болит спина, он, походу, спину сорвал, вот, и он болеет, вот. Как получается быть такой позитивной? Я вам даже на примере показывала. Вот смотрите, Алин, залезай ко мне. Главное, все прелести в жизни, залезай ко мне. Смотрите на это чудо. Ну как тут можно быть непозитивной? Ну как тут можно быть непозитивной? Как тут можно быть непозитивной? Ну, Алина, кто там? Кто там такой? Дети, это весь самый огромный заряд бодрости, позитива, веселья.
Привет, привет, мой хороший, кто недавно подсоединился, я прямой эфирчик сохраню. Мы с вами тут просто общаемся, наслаждаемся жизнью. Милатуся стырила мой персик, нектарин. Нет, все, не дашь маме. А дашь маме кусить? Можно мне кусочек? А? Можно я откушу кусочек? Я маленький, не смогла, большой скусил. Привет. Да, всем привет. Стрелки на глазах, да, это татуаж. У меня брови, стрелки, на, котенок, не отбирай сестрички. Ну, а так, говорю, все, характер. Взяла, отобрала нектарин. Вот. Очень красиво, спасибо большое, очень приятно, правда, приятно. Извиняюсь, мне телефон садится. Как вкусно. Маме? Как вкусно. Как вкусно. А ты поделишься с мамой? Я... Главное все превращать в игру. Двойняшки. У меня бабушки в роду близняшки. А у мужа дяди и тети есть двойняшки. Вкусно. Вкусно? Ну все, я вся уже в персике. То есть красиво, спасибо большое. Искренне, правда, очень приятно. Прям. А Милота, заметьте, Милота не дает. Милота точит мой нектарин. Она сточила свой и точит сейчас мой. И даже не делится. Нектаринки. Ой, спасибо. Двое детей накормили, мама, спасибо. С каким лицом? Она прям контролирует, сколько я откушу. Милатусь, ты что, жадничаешь, что ли? Мила, ты маму любишь? Да? Любишь маму? Спасибо. Меня тут же просто скормили все. Это красиво, спасибо. Дерутся. Так, вопрос от Светочки. Они иногда дерутся, но... Спасибо, Алиночка, я больше не хочу. Кушай сама, доедай. Вот. Доедай сама. Я же разговариваю, Алин. Они дерутся иногда. Как вкусно. Вот, дерутся иногда, но редко. Как? Ну, нет, не то, что редко. Сильно, что прям, не знаю, там, поднять руку друг на друга. Нет, они отбирают друг у друга игрушки и капризничают. Спасибо большое. Я красиво. У меня все уже, руки, ноги, все в персике. Вот. Привет, привет. Вот, прям сильно, чтобы бить друг друга, такого не было. Ну, бывало, не, бывало. Кстати, вот Милота всегда задирается, но она боится Алины. Потому что если Алина делает вот такой, вот так вот, это все. Это значит, сейчас будет, и Милота удирает. Это очень смешно. Скажи что-нибудь. Вкусный персик? Выплюни. Косточку не едим. Давайте, вот так. Руки. Иди, у Соли, помой ручки. Иди помой ручки, Соли. Иди ручки помой. Алин, скажи что-нибудь. Ты пошла? Ну ладно. Я научилась понимать детский язык. Кто первый родился? Вообще Алина. На 10 минут раньше. Но я не хочу им рассказывать об этом, когда они вырастут. С той целью, чтобы они... Ну, у них не было такого понятия, одна старше, другая младше. Мне кажется, из-за этого они не будут ссориться, но только это пока мое мнение. Мамин характер у Миланы, у Алины папин. О, кто прилетел? Алин, как ты удивляешься? Покажи. Как ты удивляешься? Да ладно! Офигеть! Я все обожаю. А ведь я им все эмоции закладывала. Я им в то время, когда все рассказывали, там, не знаю, это кися, это собачка, это кошечка. Мы эмоции. Алин, покажи, как ты удивляешься. Алин, покажи удивление. А воображулю, покажи воображулю. Как воображулю делает? Воображулю. Ой, воображулю. А удивись, как будто ты там сейчас увидела. 100 000 рублей увидела. Да ладно! 100 000? Какая сумма большая! Милана, ты увидела, да?
Угу. Милан, погладь сестричку. Погладь Алиночку, пожалуйста. Милана. Милан. Ой. Ой. Погладь. Молодец. Поцелуй сестричку. Вот. Милан, ты все больше ну, попросишь, она прям проявляет эмоции. А, да, я говорю, дети вообще такие цветочки. Знаете, как часто мне пишут, Лен, спасибо вам огромное, благодаря вам мы решили завести детей. Звучит странно, но, в общем, решились на детей. Милан, поцелуй маму. О, поцелуй маму, поцелуй, пожалуйста, пожалуйста, поцелуй маму. Муа, ты умничка, умничка, да, молодец. Алиночка, поцелуй маму. Поцелуй маму, пожалуйста. Поцелуй. А ты персик ешь? Нет, если мы едим, мы вряд ли кого-то будем целовать. Вот. Им год и 8 месяцев. Двойняшка старше на 20 минут. Я всегда говорила, что я старше. Вот, мне тоже так кажется. Знаете, тоже психология. Если ребенку скажет, что ты старше, то он будет этим пользоваться. Рожала я сама. Возраст мне 23 года, не скрываю. Саня, Хилькей, похоже. Намного это часто говорят, особенно когда мы вдвоем по улице идем. Вот. Рожала сама. Во время родов мне сказали, что не получается у меня. Будем делать кесарево. Алина перевернулась лицом вниз, чтобы не повредить ребенка. Вот. Нужно делать кесарево. Но я отказалась и родила сама. Алиночка похожа на папу, Милана на меня. Да, так и есть. С мужем 6-й год вместе. Ой, что, пальчик испачкала? Давай я вытру. Ой. Ой. Да, полежу. Облизать пальчик-то? Это странно немножко. Мама просто иногда облизывает пальчики. Милана! Милана, самокат принесла, ё-моё. Алина, где твой самокат? Милана, иди сюда. Вот, мы катаемся на самокате. Какая ты молодец. Все? Это все. Это был разовый просмотр. Разовая акция, Милана и самокат. Очень любит самокат, я даже... А, ты сестричке самокат принесла. Какая ты молодец. Кстати, тоже, мы причем к порядку. В том плане, выходим из комнаты, я ему говорю, закрывайте дверь за собой, принесла что-то себе, принеси сестричке. Вот она пришла с персиком, и сразу персик у сестрички был. На самокатах теперь кататься. Ой, как классно, нам на самокатах-то кататься. Милан, это можно было просто его перенести. Ну все, идите-то в коридорчик катайтесь, не в комнате же будем кататься. На улице, напоминаю, просто у нас дождь, мы бы пошли на улицу. А, кстати, прошел дождь, кажется. У нас вид на МКАД. Уехали. Кто вчера выиграл? Я всю информацию вам размещу в сторисе на резерве второго аккаунта. Ой, упала. Что делает Алиночка, когда упала? Алиночка встает, берет самокатик. Вот умничка. И идет дальше кататься. Милана уже соскучилась, да? Ну, мы еще так любим кататься. Есть дождь, ну, наверное, есть. Еще так, конечно, да, давайте так покатаемся. Привет. Косточку нет, забрали, забрали косточку. Оля забрала косточку, одну и другую, все в порядке. От персика. Ой, 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 кто катает? Вот. Максимально всегда самое главное, наверное, это занять детей. Я это действительно только смогла понять, наверное, не знаю, когда. Вот. Но действительно многие мамочки согласятся, что порой вот просто хочется повеситься от того, что не понимаешь, что делать. Ты просто не можешь понять своего ребенка. И я с этим сталкивалась очень часто, особенно когда их двое, ты не можешь понять двух детей. И это очень тяжело, извиняюсь, у меня зарядка садится, сейчас телефон сядет. Вот. Именно поэтому вот, нужно прям стараться понимать. И самое важное, наверное, это занимать чем-то своего ребенка. Вот, потому что когда они такие играют. Ура! Вопрос, кто такой Женя? Женя — это друг Паши. Вот, мы живем большой дружной семьей, живем так, потому что Лена, да.
Никитка помогает нам снимать, вот, а женёк, душа компании, тоже нам очень помогает. Просто живем вместе, потому что это круто, не знаю, это весело. Мы все вместе с детьми, с собакой как-то, ну, сериал «Друзья», наверное, так. Я вас обожаю. Так, ладно, мои сладенькие, с удовольствием продолжим. Мне на телефон относить на зарядку. Вот, и приготовить что-то покушать. Да, дождь идет, к сожалению. Хотела погулять. Как быстро. Ой, Милана, научись тормозить, пожалуйста. Тыщ. Детям весело, самокат еще минут 15. Я успею приготовить им покушать. Вот. В общем, я вас люблю, целую, обнимаю. Просто, ну, мои хорошие. Вот. Ну, они очень разные. Девочки очень разные. Вот. Постараюсь почаще выходить в прямые эфиры, а вам задание. Подумайте, какое желание загадать Штепсу. Он же проиграл. Пишите под последнее видео. Вот, сейчас приготовлю что-нибудь покушать, зайду, буду читать ваши комментарии. Выберем самое креативное и крутое желание. Дядь. Люблю вас.